Всем привет, ребята! На данный момент в сети есть множество утечек о том, что скоро мы увидим долгожданный смартфон Motorola Razr 5G. Сегодня известный сетевой информатор Роланд Квант опубликовал изображение, подробные технические характеристики и даже цену ожидаемой раскладушки. Основные фишки смартфона — это компактные размеры, неплохой экран и очень интересная камера. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Как мы видим по изображению, Motorola Razr 5G внешне не сильно отличается от предшественника. Есть только незначительные изменения. Явное отличие – это, конечно же, оформление модуля основной камеры и стеклянная тыльная крышка вместо пластиковой. Насколько это оправдано, узнаем после презентации. Производитель, конечно же, изменил для удобства использования габариты смартфона. В сложенном состоянии 90 на 72 на 16 мм против 94 на 72 на 14 мм у предшественника. В разложенном состоянии 168 на 72 на 7,9 мм против 172 на 72 на 6,9 мм. То есть аппарат стал короче, но толще. Лучше это или нет, на данный момент, ребята, непонятно. Motorola Razr 5G получил достаточно неплохие экраны. Диагональ главного экрана составляет 6,2 дюйма. Технология дисплея P-OLED. Диагональ внешнего экрана составляет 2,7 дюйма. Технология дисплея G-OLED с разрешением 800 на 600 пикселей. Как мы знаем, основная проблема предшественника была не сильно мощная начинка. Но в новой версии все, ребята, исправили. Сердцем смартфона Motorola Razr 5G выступает мощный, энергоэффективный процессор Snapdragon 765G. Оперативной памяти достаточно, целых 8 гигабайт, не то что было раньше. Своей памяти будет 256 гигабайт. Этого более чем достаточно для загрузки больших игр или съемки видео в 4К. Ну и гордость компании — это, конечно же, основная камера, которая будет на 48 мегапикселей с оптической стабилизация изображения. На мой взгляд, слабая сторона смартфона — это, конечно же, аккумуляторная батарея. Емкость 2800 мАч. Будем надеяться, что в нормальном использовании смартфон проживет, ну, хотя бы один день. Но есть и положительная сторона батареи. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт. В Европе Motorola Razr 5G будет стоить 1499 евро. Дата презентации смартфона пока неизвестна. Ну что же, ребята, как мы видим, Motorola Razr 5G получил очень и очень большие изменения. Во-первых, он получил очень хорошее железо. Это очень большая особенность, которая должна, можно сказать, притянуть к себе покупателей. И как мы видим, ну, достаточно неплохое железо для игр даже, можно сказать. Конечно, вот этот форм-фактор, который использует Motorola, не всегда подходит для нормальной игры. Но будем надеяться, что Motorola что-то придумает. А тем более, как мы видим, изменения не сильно коснулись данного смартфона. Motorola все-таки решила, что зачем менять конструкцию. И вот, вуаля, мы видим точно почти такой же смартфон, как и был и раньше, но более мощный, более производительный. Изменилась основная камера, стала более, можно сказать, производительнее. Но какой получится смартфон, узнаем чуть-чуть попозже. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!